Вот такая вот птичка Angry Birds. Она сделана сразу в летающей позе, чтобы ее запускать из рогатки. Рогатки у меня, чтобы ее запускать, нет, но птичка вот такая вот есть в позе, когда вот ее запускают, у нее сзади такая штучка, через которую рогаткой удобно запускать. Я не знаю, какая для нее должна быть рогатка. Я, может быть, когда-нибудь это узнаю, покажу. У меня вот так вот выглядит в полете. Поэтому лучше ее поставлю вот так вот. И покажу вот так вот. Я не знаю, насколько это видно, но она вот сверху выглядит в полете вот так вот. А снизу выглядит вот так вот в полете вот. Птичка довольно-таки красивая. У нее вот красивый верхний хохолок вот. Красивый вот такой вот. Он красиво так просматривается вот. Также мне нравится, вон, как у нее сделаны вот крылья вот. У нее вот глаза вот такие вот. Это птичка-девочка. Это птичка-девочка вот. Довольно-таки красивая, миленькая. У нее вот такой вот клюв сделан. Сделан у нее вот такой вот клюв вот. Мне кажется, что она такая миленькая. Я бы ей дал понюхать цветочек, если бы он у меня был. Потому что она вот так вот сделана, что кажется, что она должна всем понравиться. Вот. Сзади у нее сделан вот такой вот черный хвост. Вот такой вот черный хвост. Я не знаю, почему вся птичка розовая, а хвост черный. Кстати, у нее лапы как положено. Лапы у нее желтые вот лапы. Как положено, поэтому тут все сделано красиво. Я не знаю, почему, конечно, так видно темно, но, к сожалению, оно вот так вот есть, как видно. По-другому показать вот не могу. Могу показать ее сбоку, вот. Она вот так вот, когда летит вот. Пух! Вот так вот она, когда летит, вот она. Вот такая вот, вот. В полете вот. В полете вот она, вот так. Вот. Если когда-нибудь будет рогатка, через которую запускаются такие птицы, то обязательно покажу. Но в ближайшее время я не знаю, где взять такую рогатку. Поэтому показывать не буду. Кому понравилась птица, пишите комментарии, ставьте лайки, потому что эта птица Angry Birds не последняя из тех, которые у меня есть.